снимешь. Так, у нас 10 августа. Ну, они оденутся. Ну, потом тоже снимем. Так, у нас сегодня 10 августа, понедельник. Я нахожусь в Рязани. Ну, это понятно, что в Рязани, в гостях да. у Анны Андреевны, у мамы моей. Понятно. Да. Сегодня понедельник. С утра встают все рано здесь в деревне. 6:30. Я по жизни иду так, я рано встаю. Да. Не только сегодня. Я в Калининграде жила, 5 часов увешала белье, и 8 уже вас забирал всех в выходной на море, всю гульбу. Я все время рано встаю, и не только сегодня. Я не сплю. Хоть во сколько лягу, но все равно встану. Да. Так, ну что тут? Сегодня уже завтракали мы уже. Мы уже завтракали сегодня? Нет. Нет, не у нас сегодня были бабуры. Бабуры это такие блинчики из картошки. Ага. А есть картофельные, как их зовут? Бабуры. Короче. Да. Андреянович, как только я достал камеру, Андреянович сразу куда-то убежал. Надо его где-то поискать. Да, где-то он сразу убежал. Так, что у нас? Андрея Ивановича мы не найдем. Посмотрим, что у нас на огороде. Ну, уже 10 августа, это понятно, что здесь, в принципе, уже урожай почти весь снят. Вот, остались у нас тут цветы, свекла, ну, картошка. Лук уже выдернутый, лежит на грядке, сохнет. Вот, очень много в этом году огурцов было. Но с этой грядки, казалось бы, небольшой. Но это она не одна, конечно, здесь. Вот там еще за забором есть еще один огород. Это вот приусадебный участочек такой, капуста здесь растет, теплица. Помидор в этом году немного, потому что лето было практически у них холодное в Рязани. Ночами было холодно, но помидоры есть. Это, конечно, не как в прошлые годы, когда по 20 ведер выбрасывалось. Помидоры вот в теплице на открытой грунте. Там вот за забором еще есть. Там вот за забором. Еще, конечно, грядки есть, но туда я сейчас не пойду. Там картошка еще, большое поле. Вот, было очень много вишни в этом году. Вишню, конечно, тут и закатывали, и продавали довольно успешно ведрами. У них в этом году было... На Москву мужики скупают у них эту вишню. Они просто ведрами набирают, вот и соседи все тут. И по 40 рублей килограмм. Ну, если считать, что в ведре 10 килограмм, вот 400 рублей ведро. Здесь перекупщики возят на Москву. В Москве я цену не знаю. В Москве я сейчас не был, не знаю цену. Ну, я думаю, килограмм рублей по 60, поди. Вот. По причине того, что везут здесь машинами сразу. Поэтому с машины за день хороший оборот у них получается. На этой вишне. Даже если по 20 рублей будет с килограмма на вару. Ну, вот за целой машиной, сами представляете, грузовика. Сколько можно набрать. Вот что тут еще у нас новенького в этой Рязани. Это вот сосед ушел, Коля, на пенсию. Сегодня вот что-то даже он не выходит из дома. Лежит, наверное, телевизор смотрит. Даже с собаками сегодня не гулял. Вот, это Колин дом. Вот Юра у нас, Юра сосед, через дорогу, пацан молодой, с женой приехали с Украины, вот он уже здесь строится, строится он давно уже, и в принципе вот он дом поднял. Поднял лет за 5, пожалуй, на одну зарплату, хотя работает он на стройках. Вот, это у него собака там вот рапкает. Вот, еще появился один дом у матери, вот это вот гражданский летчик. Купил сруб, поставил, сейчас он на отстой, даже окон еще в нем нету, еще не пропилено, потому что дом стоит на осадке. Это понятно. Вот. Ну, у Анны Андреевны тут ничего, в принципе, не поменялось за 3 года, как я тут не был. Вот. И даже собаки не поменялись, только постарели. Это у нас вот Жулька. Да? Жулька. Жулька ходит за мной, следит, куда я пошел. Как бы я куда ни ушел. Они тут все за мной следят, чтобы я никуда не ушел. Вот боцман еще вышел. Вот еще боцман вышел. Боцман, здорово. А куда Андреяныч-то удрал, я даже не знаю. Откуда я знаю, туалет? Вот куда-то убежал.
Ну куда он убежит, кроме туалета? Жулька. Может, котик побежал? Жулька. А, Жулька? Вот погляди, скажи постой, что-нибудь. Вот если там вон крючок снят. И чего? Вот не вижу отсюда. Ты думаешь, у Кольки что ли? Если крючок, вон, у Кольки. Вон. У Кольки вон, туда вон, удрал? Вон, вон. Вон, крючок. Пошел проверить, живой он или нет. Да, ну 40 рублей. Он хлеб вчера покупал. Я ему дала, говорю, отнеси за хлеб. Колька покупал вчера? Ну, Кольки я заказывала. Ага. Он ездил, Костю провожал. Ну, я его часто заказываю хлеб. Ну да, по дороге все равно. Ну, чай он сам себе берет. Угу. Вот. Вот это вот все надо убирать. Вот каждое утро убираешь, все, моешь ехать. Вот будешь, ты навряд ли будешь. Ты не будешь. А это сможет съесть. Это глупее. Может, ты не будешь чулить? Не будешь? Радость он съест. Вот дед понес кольки, да. Вот крючок вот. Иди, иди к боссу, погляди, кто там. Они тут всех ждут, эти собаки. Кто бы что дал бы целый день. Ведь сыты, с утра ели. А это не важно. Да? Я им курю. Иди, Бутюн, иди. Иди, мой хороший. Боцман делает вид, что невкусно. А он всегда. Они только-только наполнены. Нет, курочку-то... Он ест рыбу, да? Рыбу ест, да. Да, они все едят. Ну что, пацана-то не запускайте. Запустите пацана-то в дом. Заходи, они уже, видишь, сытые. Не будут, да? Не будут тебя грызть. Им уже не до тебя, им некогда тобой заниматься. Они при делах уже, да. А у них сейф 200 рублей лежал. А кого ограбили-то? Да, они всю ночь, они, говорят, открывали его. А кого ограбили-то, Дим? Да там вот этот, универмаг московский, сейф ограбили как-то. Ну, да, у них сейф... Да, у них сейф 200 рублей лежал. Они, говорят, мам, цветок, говорит, на сейф стоял, аккуратно его убрали. Вот, обидно это было. Да, вот бы кайф у них был. 200 рублей всего. Ну, забрали. Поймали их? Добыча. А их поймали? Нет. А это гастролеры сказали? Сказали гастролеры. Они стали искать их. Да кто их знает? Что за 200 рублей искать, что ли, будут? Нет, там соседних фирмах, говорят, хорошо вскрыли. Я тебе так соскучил. Что-то тебе хотела рассказать и позабыла. Знаете. Ну, позабыл, где что-то спросить, дельный хотела. Ну ты что, все теперь знал, да, на пятом? Да. Молодец, сейчас отдыхаешь? Умничка. Ну как же лето последнее? Последнее лето. Так, дай-ка ей этой твоей батьке. Ей нет, я хочу ей накласть картошки, хотя бы она мне нарыта. Они что, уезжают, что ли, уже? Ну, а то. Им вот некогда. Постой, Димочка. Димка, на каникулах, куда ему спешить-то? Ну, Димке, машина нужна. Машина-то не... Машина. Нет, Димкина. Вон, контроль за нами тут. Не дают поговорить. Не дают, не тронут, не тронут. Не тронут. Не тронь, тарик старый, не тронь, не бойся. А Макс туда чуть не съели. Да ну, он тяпнул. Так, что у меня вот там картошка, я тебе сейчас отладу. Что-то не собрались. Набрала бутылка? Иди, где ты вот. Ага, сейчас приду. Иди. Анна, знай, это тебе эти? Надо огород второй заснять. Я тут еще второй огород сегодня не снимал в это лето.
Где цветы? Генеральный помойка, вон. А, да. Это у меня еще один. Мне велел правильно дал напустить твой друг-то. Может, ты полосы там загради и присвой, я бы со мной стоит. Собственно. А, нет, я вот не видел, кстати, его. А, очень красивый памятник. А я тут один раз и только... Там сток сена сделали, имитировали. Ага. И там газон у ней. Ну, прямо около дороги, вот где проходная. Вот, вот за этим туда проедешь. Тоже племенная корова, что ли, какая-то? Да, наверное, общей коровей. Нет, наверное, не племенная. Но она красиво сделана. Красиво сделана. Очень красиво. Я раз первый раз увидела... Батюшки, говорит, что это она сколько, что ли, ехала он с соседом. Говорит, ба, это что тут корова стоит? Он говорит, я сам теперь пугался, это память. Корова перепугался. Ну, стоит она около дороги же. Стоит сюда вот, лицо вот белое такое. Ну, красиво сделано. И тут у ней сток сделали, ей корм как бы. И у ней там газон хороший. Ну, красивый, красивый. То красиво, то красиво. Вот. Девушка, Сара. Жулька, иди сядь где-нибудь на коридоре к черту. Иди. Чай хуйней занимается. Чего? Сало снимай, я наряд. Давай, с чесночком. О, глянь-ка. Давай. Я тоже хочу. Эх, еще бы 100 грамм под сало. Цены им не было. О, у тебя вот есть.